Аббас Радикович, 24 октября, вот уже, и, собственно говоря, годовщина с того дня, когда профессор Соловей заявил о том, что Путин в холодильнике. Вы в недавнем эфире с профессором Соловьем сказали, что готовы уже скоро поверить, что это так. Ну, я, ну, это был, был в этом элемент шутки, конечно, то есть, это был такой очень веселый эфир, я рекомендую его посмотреть на канале Аркадия Янковского. Вот, ну так, мы много чего интересного обсудили. У нас в целом оценки, вот за исключением вот этого там, этого там фактора, жив Путин или нет, в основном наши оценки-то сходятся. И, собственно говоря, поскольку уровень хаотизации российской политики возрастает, и он об этом говорил сначала, потом я об этом говорил, да, вот это проявление, ну, то есть частным проявлением является вот эта история с совершенно иррациональным назначением Алаутдинова, да. Так вот, ну, так, а таких проявлений много. То есть уровень хаотизации там возрастает. И я, ну, просто вот сказал профессору, что я, хотя я до этого, ну, подчеркивал, у нас эфиры с ним регулярно бывают, вот, да. И я говорю, вот до сих пор я с вами расходился, так сказать, я подчеркивал, что я вот не согласен с тем, что Путин в холодильнике, я считаю, что он жив. Вот. Но сейчас, глядя на этот все возрастающий уровень хаоса, мне кажется, что я скоро уже соглашусь с вами, потому что иначе объяснить вот этот бардак, который там у них творится, ну, скоро будет уже вообще невозможно. Вот как, в каком контексте это прозвучало. То есть это не то, что, знаете, я уже прямо сейчас готов, значит, подтвердить, что да, Путин умер. Нет, я по-прежнему считаю, что он жив, но иногда непонятные вот принимаемые решения, логика, да, и когда ты пытаешься найти объяснение, как же так получилось-то, да, то ты в какой-то момент, ну, думаешь, а может, он действительно умер? Когда наступит тот момент, когда этот хаос, о котором вы говорите, существенно будет ослаблять Путина? Ну, этот процесс идет. А о существенном ослаблении можно все-таки говорить. Знаете, все-таки сейчас война, как говорил Клаузевиц, это тоже политика, только она делается другими способами. Поэтому в первую очередь все-таки зависит от того, насколько успешным он будет на фронте. Ну, то есть если будут успехи, да, ну, это будет способствовать укреплению режима, и вся вот та хаотизация, о которой мы говорим, ну, и она будет оказывать меньшее влияние. Ее, во-первых, станет меньше. То есть все будут, так сказать, опять послушно брать под козырек и слушаться Путина. Да, и сейчас нынешняя хаотизация как раз является следствием того, что, ну, отчасти Путина уже не так слушают внимательно, то есть уже его слова, если там можно двояко интерпретировать, их интерпретируют так, как выгодно. Да? Не бегут в припрыжку исполнять, как раньше было, а начинают там маневрировать, так сказать. Да? А он сам, самое главное, все реже вмешивается в какие-то ситуации, которые раньше вмешивался вот в те моменты, когда он растерянный, так сказать, в отчаянии, да, из-за ситуации на фронте, в первую очередь. Вот, поэтому все-таки вот сейчас момент, когда политика, она все-таки в первую очередь делается военными средствами на фронте. Вот. Ну и второе, это внешняя политика, конечно. Вот, допустим, ну, удалось ему там собрать сейчас на БРИКС там большое количество лидеров разных государств. Видите, даже Гутерреш приехал. И это, безусловно, внешнеполитический успех. Его все видят, элиты видят. И это тоже способствует там их дисциплинированию, выстраиванию значит, ну, вот, в ряд, в колонну и готовность там бежать и исполнять его поручения. То есть вот будут такие успехи, ну, значит, уровень хаотизации будет замедлиться и не будет носить такого судьбоносного характера. А если успехов таких больше не будет, а будут, наоборот, неудачи, ну, так тогда, да, тогда все пойдет вперед ускоренными темпами. История с тем, что Путин на G20 не полетит, проинформировал он об этом Лула да Силву, сказал, что, ну, не хочет мешать хорошей работе форума. Мол, все будут обсуждать только ордер Международного уголовного суда, зачем же мы будем мешать? Будут другие представители. Свидетельствует о том, что все-таки вот эта история с ордером от Международного уголовного суда, она имеет большое значение, когда Путин планирует свои поездки.
Ну, конечно, имеет, она накладывает на него серьезные ограничения. Вот, и видите, его возможности ограничены. То есть, по всей видимости, бразильцы его попросили, что Владимир Владимирович, ну давай, не ставь нас в неудобное положение, мы не хотим открыто игнорировать. Мы же не монголы какие-то, да, там, значит, на задворках живем, и твоему газу рады. Но мы пытаемся стать полноценными членами мирового сообщества, одним из лидеров мирового сообщества, влиятельных игроков, да. А чтобы быть влиятельным игроком, ну, надо быть системным, ну, то есть в том числе отвечать за свои слова. Ну, если ты подписался под Римским статутом, ну, будь любезен, исполняй его поручения. А если ты подписался и не исполняешь, ну, ты к тебе будут относиться соответственно. Да, и вот бразильцы, которые заботятся о своем реноме серьезных людей, ну, они, по всей видимости, попросили неофициально, так сказать, дорогой друг Владимир, давай вот как-нибудь разрулим. Ну и Путин говорит, я думаю, это так было. Он сказал, ну давайте тогда я преподнесу это, дескать, это мое решение. Вот, они согласились с радостью, да, конечно, говори, что хочешь. Ну а дальше вот он, конечно, что-то у него там не склеилось, не сработало. Видимо, действительно, все-таки уже стареет и не так остро мыслит, потому что раньше он такой глупости, которую сказал, он бы не сказал. То есть он раньше глупости избегал говорить, а сейчас, ведь по сути то, что он сказал, это глупость, потому что, ну, он по сути сказал, что я являюсь фактором дестабилизации, да, то есть там, где я появляюсь, там какая-то ерунда получается, да, поэтому я туда не поеду, чтобы не портить ребятам, так сказать, нормальные мероприятия. Вот ведь по сути, что он сказал, да, и как бы это неправильно, да, ну вот почему-то взял и выдал в эфир. Аббас Радикович, вы говорите о том, что Путин стареет и говорит разные глупости. Его политтехнологи направляют, на что делать ему акцент, или это его личное? Мне кажется, сейчас меньше уже. Мне кажется, что он забронзовел в достаточной степени. А те люди, которые с ним вот этими вещами занимаются, ну, в первую очередь, Песков и Громов, ну, и, наверное, в меньшей степени Кириенко, они уже не рискуют, значит, с ним, ну, так вот, всерьез такие вещи обсуждать. То есть, если раньше он их слушал и принимал их во внимание, то сейчас он там забронзовел, он же, как Лавров сказал, помните, он разговаривает не с нами, а с Екатериной, с Петром. Вот. То есть он себя мнит там великим историческим деятелем. И кто такие вы, там, так сказать, мои, да, нукеры, чтобы мне там указывать, как себя вести? Он себя считает великим политиком. Да? И поэтому прийти ему сказать, Владимир Владимирович, вот все-таки так неправильно, правильно по-другому. Вот раньше, когда он был более адекватный, было можно. Они это делали. А сейчас они, по всей видимости, боятся. Ну, плюс еще сами, я думаю, знаете, уже зажирели, значит, тоже стареют, вот, уже атрофируется желание, то есть вот там желание сделать вот прямо хорошо, идеально, да, его уже нет, да, и так сойдет. Я думаю, два вот этих фактора. Появилась информация о том, что Минюст России подготовил сейчас поправки к конституционному закону о военном положении, которые расширяют меры, применяемые в условиях военного положения. И одним из ключевых является возможность ограничения доступа к информации о деятельности органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления. По сути-то, засекречивается работа правительства, исполнительной власти. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как по мнению политтехнолога, а почему такие решения сейчас принимаются? Ну, там есть группа ястребов, которые постоянно пытаются завинтить гайки, постоянно сыграть на эскалацию ситуации. И они придумывают для себя занятия. То есть они готовятся, внутренне готовятся к введению военного положения. И, ну, и пытаются сделать его максимально комфортным для себя. Так, чтобы вообще вот прямо ввести военное положение и не париться вообще по поводу, допустим, общественного мнения там, да. Вот. Потому что работа с общественным мнением, это для них, ну, это очень такая история, с которой они, ну, они в ней не разбираются, они не понимают, они считают это какой-то ненужной блажью, да, зачем с этими, значит, с этим быдлом, так сказать, разговаривать, да, ну, мы новая аристократия, как мы скажем, так и будет. Вот, нечего с ними там церемониться. Вот. И поэтому они знают, что вот общественное мнение это вообще ключевая
ключевой фактор, который используют против них, значит, представители противоположного лагеря, вот этого технократического, да, они же не... Ну, то есть, условно говоря, эти говорят, давайте закроем YouTube. Значит, а технократы идут к Путину и говорят, Владимир Владимирович, ну не надо закрывать, общественное мнение будет против, там рейтинг упадет, значит. Да, и Путин их слушает, видите, пока YouTube не закрыл. Ну, а тем-то обидно. Ну, то есть, это получается, Путин их не слушает, а слушает тех. Да? То есть, они видят, что их проблема в том, что технократы апеллируют к общественному мнению. И поэтому они ненавидят это общественное мнение и пытаются его, в принципе, уничтожить. Да, и вот пытаются, ну, то, о чем вот меня спросили, это попытка институционализировать борьбу с общественным мнением. Кстати, вы меня подвели к следующему вопросу об общественном мнении. Издание «Медуза» опубликовало опрос исследовательского проекта «Хроники». Речь идет, значит, в той социологии о том, что большинство россиян, 61%, которые одобряют деятельность Путина на посту президента, они выступают за заключение мирного договора с Украиной со взаимными уступками. 43% заявляют о необходимости восстановить отношения со странами Запада. 83% из числа тех, кто поддерживает Путина, говорят о том, что хотят, чтобы правительство сосредоточило сейчас основные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах страны. Ну, что скажете, насколько это может соответствовать действительности, такая картина? Ну, она подтверждает то, что я говорю давным-давно, что рейтинг Путина дутый, что от войны люди устали, что они очень хотели бы, чтобы вот нынешний курс поменялся. Да, и вот этот проект «Хроники», он это подтвердил. «Хроники» — это вообще, если вот в сегодняшней России можно какой-то социологии верить, то «Хроникам» в первую очередь. Они мне представляются самыми адекватными, самыми профессиональными. Тоже, я тоже не все там, что они выдают. Ну, то есть все равно фильтрую, да, не совсем согласен, вот, но из того, что есть на рынке, это на сегодня лучшее, вот. Ну, и в данном случае, повторюсь, ну, они по сути, подтвердили то, о чем я давно говорю, и поэтому, чем мне с ними спорить. Спасибо, так сказать, ребята, что проделали эту работу и вот представили доказательно, так сказать, это все.